Всем привет! Сегодня хочу показать вам новый девайсик, который я купил для Deus. Это водонепроницаемый чехол. Ну, нырять с ним, конечно, я не советую, но в плане защиты от дождя, причем от сильного дождя, он будет лучше, чем вот такой чехол, который идет с Deus по умолчанию, потому что он весь. То есть вот вы его, в принципе, все знаете прекрасно, да, вот он у вас так закрывается. Здесь вот такие отверстия остаются. Да. Под наушники, если они у вас проводные. Вот. Но если вы хотите полностью защитить блок Deus, то вот можно купить такой вот чехольчик. Он продается для айфонов. Купил я его в Китае, по-моему, за 100 или 200 рублей. То есть вот такие прокладочки с ним идут. И еще, то есть изначально это чехол для крепления на руль велосипеда. Тут еще будет пластмасска с ним идет такая для крепления на руль. Если она вам нужна, можете оставить. Но мне не нужна, я ее даже не показываю. То есть я ее, по сути, выкинул. Значит, вот он так вот сюда кладется. Здесь вот ставится свободное место. В принципе, его можно проложить вот этой вот... То, что идет с ним, ну так обрезать вот и проложить здесь вставочку, чтобы поплотнее, чтобы не болтался. Ну, если болтается, кого-то не напрягает, то все, вы его вот так закрываете, и вот у вас нормально здесь и кнопки нажимаются, и все. Далее, что еще можно сделать, здесь вот крепеж такой идет, у вас затычечка, ну не затычечка, а заглушка на штангу есть вот такая. Вот, то есть вы ее снимаете и крепите туда вот этот блок обычно. То есть ее можно приклеить, в принципе, вот сюда вот. Хотите сюда, можно приклеить ее наглухо и прямо вот так вот с блоком надевать на штангу Deus. Но единственное, что нужен клей, конечно, хороший, чтобы это не отскочило во время ваших. Ну, если по полю еще ладно, а если вы вот как я по лесу в основном ходите, то может ветка задеть. Ну, не знаю. Буду пробовать. Так что вот такой девайс, ссылку на продавца я оставлю в описании, кому интересно. Очень дешевый чехол, замена стандартному Deus. Вот можно такой приобрести. На этом все. Всем удачи, подписывайтесь на канал. Пока.